томат «Московский деликатес». Среднеспелый суперурожайный сорт помидоров «Московский деликатес» имеет массивные перцевидные формы плоды, крупные, 70-130 граммов. Они очень хорошо хранятся и имеют изысканный сладковатый вкус. Период вегетации от всходов до урожая составляет 120 дней. Выращивание рассады помидоров этого сорта требует минимального количества земли, так как растение имеет очень высокий стебель до 1 метра 80 сантиметров. Следует заметить, что московский деликатес идеально подходит для консервирования. Из таких помидоров прекрасно получаются соки, пюре, в том числе для детского питания. Среднеспелый сорт «Московский деликатес» устойчив к болезням, поэтому его можно выращивать без применения химии, что в свою очередь ставит этот помидор в ряд экологически чистых продуктов. Также эта культура прекрасно консервируется на зиму, плоды сохраняют свою плотную структуру, а свежие овощи хранятся в прохладном месте до ноября. Эти помидоры можно вялить на зиму, они получаются очень мясистые и вкусные.